Добрый вечер. Вот сейчас мы хотим провести дегустацию маслят. Дегустацию маслят. Маслят, которые одни были очищены. Очищены, а другие нет. Вот. Сейчас не замаринованы, те и другие. Да. Вот это вот в тарелочке. Чищенные. Вот чищенные. А вот здесь? Вот не чищенные. Ну и баночка, соответственно. Вот. Ну вот, соответственно, баночка. Вот смотрите, вот эта баночка более такая, как бы... Светленькая. Светленькая. Вот это более естественная, можно так сказать. Но не критично. В принципе, вот на внешний вид... Ну, что вот, если обратить внимание, вот я сейчас поближе сделаю. Посмотрите, вот почищенные маслята... Сами грибы, они завернули свои шляпки. У них всегда края заворачиваются. Да. Хотя и поварил вроде недолго. Но... Да. Варил это где-то 10 минут, да? Ну, где-то 13, наверное. Ну, минут 13. Вот. Так вот, они заворачиваются. То есть вот эта естественная форма теряется. Вот. А вот для вот этих грибов, где мы не снимали, просто промыто и все. Вполне красиво, реально. И они никуда не ушли. И многие говорят, ну, если не снять эту пленочку, то она слезет во время варки и будет как сопли, пардон. Вот. Ну, ничего этого не произошло. Да. По внешнему виду самого маринада. Ну, и здесь, немножко помутнее. И здесь маринад, и здесь маринад вполне хороший. Так, ну и что? Будем пробовать. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Вот сегодня к нам приехали друзья, и мы как раз попросили их тоже попробовать. Ну, я сначала пробую вот из этой тарелочки. Давай. Здесь у нас чищенные маслята. Ну, конечно, видео рядом передать вкус довольно-таки трудно, но можешь это сделать умное лицо. Я наоборот попробую эти вот, с которых не снята пленка. Кстати, совершенно не чувствуется, да, что она не снята? Ну, еще человек не пробовал. Я еще тот не пробовал. Давай, попробуй. Вот. Ну, ситуация какая? Конечно, почистить-то замечательно, здорово, но когда немного. Да, ну, а вот как вот, да вот когда вот как сейчас, вот этот несколько корзин, и это надо все прочистить. Это такой адский труд. Одно дело поползать на поле, а потом еще нужно посидеть вот здесь вот на кухне, чтобы все это вычистить, это просто невозможно. Что-то не понравилось, я еще раз это что-то пробую. Не... Ага. Небольшое, как... Ну и? Нет. Ну и как? А здесь, мне кажется, просто уксуса меньше. Так. Здесь поменьше, наверное, все-таки уксуса. Ну, а так по вкусу, по-моему, ничем. Что те, что эти. Ничем не отличаются. Да? Вкусные, что те, что эти. Вкусные. Вкуснее. Непонятно, что вкуснее. Но вот нечищенные, они как бы более естественно выглядят, да? Да, естественно. Форма нисколько не изменилась у них. У шляпки. Да, у этих вот все-таки края загибаются. Даже в этой банке и то можно определить. У этих, значит, края как-то загнулись, а у этих... Вот это масленок зернистый. Это масленок поздний. А, это именно поздний. И сделан он совершенно без всяких добавок. А, то вот есть так. Только вот. Соль и только уксус. А, все и ясно. И как раз вот натуральный его вкус здесь ощущается. Очень хороший, приятный вкус. Очень, да. Очень вкусный, да. Ну, как естественное. Уксус вот. Добавляется для того, чтобы... То есть вот этот аромат грибов именно сохранился. Естественный аромат. Да, да, да. Уксус вот только для того, чтобы сохранить эти грибы. Да. Ну и уксуса опять же немного, чтобы не сильно как бы жгло печень. Или что там жжет уксус? Желудок? Не знаю, что он жжет.
Ага. Хорошо. Спасибо. Ну ладно, вот. Ага, сегодня-то какое число у нас? Сегодня у нас 16 сентября 15 года. Угу. Ага. Ну, вот. Эксперимент показал, что нечищенные маслята вполне достойны. И совсем не надо тратить время на то, чтобы их почистить. Надо просто взять и замариновать. Все. Так, как есть. Ага. Хорошо. Спасибо.